Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, и мы возвращаемся в игру Saints Row 4. Ну что ж, пошлите такой веселой танцующей походкой на кухню. Напомню, вчера мы сражались с инопланетянином, потом мы вырубились и как-то оказались в этом непонятном месте. И это как-то напоминает мне атмосферу 50-х. Вся эта атмосфера, музыка, вот такие вот рекламные вывески. Итак, мы идем дальше. Что же вообще такое происходит? С этим нам предстоит разобраться. Доброе утро! Я приготовил твой любимый завтрак! Это словно какой-то сериал. Да, и наш сосед напротив, мистер Кинг, на несколько недель уезжает из города. Он спрашивал, сможешь ли ты что-то там забирать. Ладно, наша задача сейчас есть панкейки, американские блинчики. Да, достаточно интересная миссия. Есть блинчики. Где еще такое увидишь? По-моему, наш герой начинает понимать, что что-то не так. Это словно мир Диснея, где все просто, я не знаю, идеально. Идеальный мир. Так, давайте возьмем газетку. Ну давай, бери. Есть. Хочешь встретиться с лучшими людьми Стилпорта? Ладно, забирайся в машину. Это твой мир, садись. Блин, по-моему, он чего-то курнул, и ему это все глючится. They sure are anxious to meet you. And by they, you mean? Why you do have? Почему-то весь мир трясется, я не пойму, что такое с ним происходит. Now what's that you say? Something's not right. This is so. Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. Давай поворачивай тачку. Почему-то тачка очень плохо едет и почему-то ее тянет вправо. Едет она очень медленно. Я не знаю, как ее можно ускорить. Но, тем не менее, мы почти добрались. И наш герой все больше и больше начинает понимать, что здесь что-то не так. Здесь какая-то подстава. Так, вот мы и приехали. Можете пока полюбезничать, время есть. Ура! Да, это 50-е, когда еще не было никаких кончит-вюрст и геев. Но все-таки пошлите, доберемся до чекпоинта. Мы сегодня пойдем, походу, вот в этот ресторанчик миленький. Да блин, что за бред вообще? Так. Подбирайте аптечки, бла-бла-бла. Так, нужно войти в кафе. Как же, блин, все странно. О боже, это же президент! Привет, как? Блин, что с ним? У нас в Стилпорте не выражаются. Это голограмма, ё-моё! Что за хрень? Почему все здесь голограмма? Так, что же нам делать? Нам придется сейчас от них спасаться, скорее всего. Все против меня, весь город против меня. Это словно зомби-апокалипсис, но это голограмма апокалипсис. Ладно, поехали, нам нужно смотаться от них, от всех. Убежать, но мы уедем. No time to explain. Послушай меня, нет времени объяснять, тебе нужно освободиться. Что бы тебя не заставляли делать, прекращай. Но я веду машину. Хорошо, тут рядом парк, направляйся туда. И чуток подожди. Ладно, сейчас доберемся до парка. В общем, это все голограммы, теперь я знаю. Это все эти гребаные пришельцы. Ладно, сейчас мы доедем. Где этот парк-то?
Brace yourself. Приготовься! Что за хрень? Наша машина во что-то врезалась и исчезла. Так, нужно убить полицейских. Блин, вон они едут за мной, чёрт. Бежим. А, у нас есть пистолетик, кстати, давайте его возьмем. Умри, умри, паскуда, тварь, голограмма. Умри. Готов. Прямо в затылочек, отлично. Ах ты, еще приехали, я их и не заметил, кстати. Умри! Че, готов? Умри! Всю обойму в тебя готов всадить. Так, вон еще полицейские. Копы, копы. Они идут ко мне. Так, где они? А, вот они. Готов. 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 You need to do more. Bigger. Так, взять гранатомет. Где он? Где гранатомет? Ого! Что за хрень? Вылез какой-то... Ой, хауди. Так, ура! Теперь у нас есть гранатомет. Эй, отстаньте от меня! Ехо! Эх ты! Ребятки, нужно отойти чуть-чуть. Иха! Иха! Давайте еще эту взорвем. Иха! Иха! Че, все что ли? Ладно. Забыл я сказать тихо, ну ладно. Так, хпшечки, хпшечки. Смотрите, как я его могу пинать. Вот это прикол. Сори, сори, коуп. Извините меня, извините. Я случайно. Поиграем в футбол. Кто там приехал? Да умрите вы все, задолбали вы меня. Уроды голограммы. Wait a minute. What am I waiting for, Kinsey? What's wrong? Так, наша задача вызвать хаос, то есть, чтобы у нас 100 тысяч очков было. That's right, I'm better than you. И-ха! Все взорвем нахрен! Умрите, голограммы! Давайте в кота. Коту похрен. О, да! А это что еще за факин щит? Я как будто знал то, что он скажет. Иха! Охренеть, как он прыгает, это просто жесть. Умри, паскуда! Иха! Ну потому что реально вот этот гранатомет и атмосфера вот так и хочется сказать иха! И шериф это точно так же и сделал, как и я. Давайте еще один выстрел. Иха! Что такое? На тебе! Итак, вот они, эти рептилоиды. Меня предупреждала о них одна женщина, сектантка. Я потрясен. Где, черт возьми, твою мать? Я должен был понять, что в тюрьме мира еще никогда не было такого социопата, как ты. Скорее, я озорной мошенник. Ты пытаешься убить меня или переспать со мной? Очаровательно. Опять ты за свое с этой кучей сообщений. Да, позволь мне объяснить. Я творец твоей реальности, я создаю, что хочу. Я уничтожаю, что хочу. А твоя бравада... ничего не значит. О да, вот это жесть. А разработчики явно употребляли грибы и другие запрещенные препараты. Так, вот и снова. Снова драка с этим рептилоидом. Драться бессмысленно. Здесь некуда бежать. Ты принадлежишь мне.
мой сладкий поросеночек. Теперь о более приятных вещах. Сейчас ты окажешься в новом доме, попытаешься еще раз бежать, и я уничтожу твою жалкую планету. Пока. А пока, просто пока. До свидания. Друзья мои, вы все виноваты в преступлениях против Империи Цзинь, но сегодня вам повезло, сегодня вы стали частью новой исправительной программы. Поклянитесь мне в верности, я сделаю вас стражами симуляции 31. У вас будет только одно задание, пытать президента Соединенных Штатов. За исключением этого условия, в вашем распоряжении весь мир. Разоряйте его, воплотите в жизнь самые низменные желания. Для меня это не важно, но президент должен остаться в живых. Я хочу сломить его, а не убить. А теперь идите и разнесите этот мир на кусочки. Приятный день пройден. Отлично. Да уж, интересно, где сейчас мы окажемся? Он же нас пообещал отправить снова домой, только опять в какую-то непонятную реальность. Чтоб мне сдохнуть, слышно? Президент, ответь, как слышно. Да, но как, если у меня нет мобильников? Я только что прописал себе в твою симуляцию, пустил свой голос через аудиосистему. Меня должно быть слышно где угодно. И не кричи, да. Ладно, короче, давай мне задание какое-нибудь. Пошлите кого-нибудь, побьем. Эй, ты ковбой, ты мне не нравишься, урод, умри. Да, за это я люблю свободу действий. И к тому же здесь, можно сказать, никакой полиции. К тому же я президент, что хочу, то и творю. Так, мне нужна тачка. Думаю, вот эта тачка мне подойдет. Так, тачку угнал. Угнал тачку. Посмотрим. Неплохая тачка. Так, меню ЦУ. Карта. Куда ехать-то мне? Ладно, во Friendly Fire поедем. Правая кнопка, окей. Ну все, поехали по GPS-у. Вау, классная точила. О да, умрите. Все равно вы все голограммы. Точнее уже, наверное, здесь не совсем голограммы. Но тем не менее, я хочу спасти мир, поэтому единицы жертв — это ничто по сравнению с масштабом 7 миллиардов. Оп, 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 поворот проехал. Да, скорее бы все-таки GTA 5 на ПК вышло, уже мне почему-то охота поиграть в GTA-шечку. Конечно, это не GTA-шечка, но можно повеселиться. Но, по крайней мере, это поинтереснее, чем Watch Dogs, на мой взгляд. Вау, 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 вау. Жалко, что музыку нельзя включить. Потому что нарушение авторских прав. Ну ладно, поедем в тишине. Могу я вам петь, если хотите. Осталось 600 метров, в принципе, наверное, ни одну песню я уже спеть не успею. Так. Нам нужно закупиться оружием. Так, все правильно. Ага, вон оно, красным светится нам туда. А нет. Смотрите, между прочим, на машине такие вот царапины. Прикольно сделано, неплохая игрушка в этом плане. Конечно, машины разлетаются как нереальные, но зато весело. Так, я приехал, и ты. Бомжара, умри. Ой, ты не бомж, извини. Обознался. А ты видел, да, это? Ну вот и все. Так, давайте войдем. Так, покупочки. Что нам нужно сделать? Купить оружие. Где его купить? Надо, наверное, подойти к другой витрине. Вот сюда. А, вот, все. Так, что нам купить? Пистолет давайте купим.
Или у нас деньги ограничены? Ну да. Так, ну можно улучшить, наверное, что-нибудь. Извиняюсь. Такс. Емкость магазина, урон. Давайте вот так вот. Так, и вот это. Больше ни на что нам все равно денег не хватит. Так, патроны. Все. Купили патронов. Можно, наверное, идти отсюда. Вы заметили? Машина тоже голограмма. Почему-то, как ни странно, полицейские в основном стояли и ни хрена не делали. Я хочу взять полицейскую точилу. Поедем на ней. Так, идите в горячую точку, окей. Интересно, как мигалки включать? На shift нет. Нет, не могу найти, ладно, без мигалок поедем. Крутая тачка. Нехеровые у полицейских машины. Такс. Ой-ой-ой. Будем из машины стрелять. Не выкидывай меня, урод. Так, давайте все-таки попробуем их подавить. Я думаю, это поэффективнее будет. Эха! Девушка, вы что тут делаете? Уходите отсюда, я застрял. Оба-на, можно брать как живой щит противника, это круто. Так, пистолет, конечно, очень слабый. Это печально. По мне стреляют. Нужно кого-то взять в заложники. Все, 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 взяли. Отлично. Так, есть. Есть. Стреляем по головам. Это самое эффективное. Против любого существа. Хоть бы какого. Хоть инопланетного, хоть какого. Ты чё, бомж тупой? Ты кто такой вообще, Что за хрень произошла? Меня сбила машина, что ли, или что? Убежать, убежать. Наша задача убежать. Бежим. Куда нам ехать? Моя машина, что с ней? У нее пробиты колеса, нам нужна другая тачка. Опа-на! Что такое происходит? Что за хрень? Голограмма как будто рушится, что ли? Так, давайте поменяем тачку. Так, чувак, извини. Извини. Извини, но ты с сережкой. Я не люблю парней с сережками. Так, сюда, что ли? Да. Так, здесь все еще какая-то голограмма. То есть это нереальный мир, поэтому можно все нахрен тут... кромсать, ломать. А, вот, все правильно. Кинзи, тут ничего. Что, черт возьми, Дзиньяк убрал из симуляции все связанное со святыми, а это значит, в этом городе просто вдохнуть спокойно невозможно. Верно, и что мне предлагает с этим делать, Хэм? Точно пока не могу сказать, но мне пригодится любая твоя помощь для сбора информации по системам симуляции. В общем, она нам будет давать определенные цели, а нам нужно будет их искать. Окей. О, миссия пройдена. Окей, отлично. Так, что дальше? О, нам дали 2000 бабок. Дали второй ранг. Теперь у нас есть еще взлом, доставка транспорта. Окей. О-хо-хо! Умри!
Так, изучить правила. Задание выполнено. Прикольно. Какое у нас задание-то? О, вот эта карта теперь у нас вся открыта. Цели. А где я? А вот он я. Дела, цели. В общем, это все задания, которые нам нужно пройти. Игровой процесс. В общем, он рядом сейчас. Я думаю, мы доедем. Эй, чувак. По-моему, ты лишний свидетель. О, да. Я любил этим заниматься в GTA в детстве. Вот так-то вот со мной связываться с президентом. Так, где-то здесь задание должно быть, а вот оно. Сейчас мы подъедем и попытаемся его взять. Что, его нельзя? Ну за что? Так, какое задание можно нам взять-то? Давайте на дела поедем вот сюда. Окей. Блин, я думал это... А, смотрите, снес. Просто скорость маленькая была. Так, едем быстренько, выполним еще одно заданице. Вау. Эрон-дон-дон. Там-дарам-дарарам. Эрон-дон-дон. Там-дарам-дарарам. Эрон-дон-дон. Там-дарам-дарарам. Да, больше я слов из этой песни не знаю, к сожалению. Так, ладно, едем дальше. Еще чуть-чуть нам осталось доехать до финиша. Ну, естественно, я не мог не сбить велосипедиста. Ага, вот задание. Так, давайте его возьмем. Так, переключиться режим. Я не пойму, как летать на этой штуке вообще. Зато стрелять я научился. Ага, на shift вверх. По крайней мере, теперь понятно. Так, нам нужно повыше взлететь, чтобы видеть побольше машин, которые нам необходимо будет уничтожать. Умрите! Голограммы полицейских. Так, этап выполнен на бронзу, но нам нужно выполнить его покруче, я думаю. Так, кто тут ходит, я не пойму. Умри. Они где-то подо мной, что ли? Ну ладно, давайте полетаем. Мне вообще показалось то, что это машины на крыше стоят. Кто там стреляет? Это ты, что ли, ублюдок? Так, вроде тут никого. Ладно, летим дальше. Нам нужно кого-нибудь найти. Время осталось мало. А, вот цель, отлично, я нашел ее. Серебро, ну серебро мы уже выполнили, хорошо. Так, здесь можно ремонтировать. Так, а что это такое, переключить режим? А, я понял, что это, нам больше так не надо его переключать. Это, короче, крутое пике какое-то начинается. Ага, вот они, вот они. Быстрее сюда. Нам нужно успеть пройти на золото. Дохните, твари! Еха! За грёбаного Рейгана, за Рузвельта!
Что, все? Пройдено, да, на золото. Вот такая вот веселенькая миссия была. Конечно, я не был готов к такому, но тем не менее я с этим справился. И заработал 10 тысяч бабосов. Великолепно. Походу, это не основная миссия, потому что она тут так и осталась на карте. Кто, мать твою, за ногу угнал мою тачку? А, хотя, видите, они отмечаются уже нормальными, когда мы их проходим. О, да. То есть вот эти еще нам неизвестны. Магазины, порталы, дела, цели. Сейчас, почему-то цель я не мог пройти, а только в совместном режиме. Это нечестно. Так, ну что ж, наверное, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч. А я пока просто побегаю, помешу прохожих. На тебе за твои большие сиськи. Я бью женщин и детей.